симптомы ошибки P0420. И зачастую это потеря мощности, даже после прогрева автомобиля. Также может медленно ускоряться или неспособность увеличить скорость свыше 50-60 км в час. Присутствует запах серы из выхлопной трубы. Также замечен перерасход топлива. Также могут быть пропуски зажигания. Передача переключается с поддергиванием. Повышенный холостой ход. Бедная или богатая воздушная смесь. Запах сгоревшего моторного масла и синий дым из выхлопной трубы. Это основные симптомы кода P0420. А основных причин больше десятка. О них я расскажу в следующем видео.